Здравствуйте. Хочу предложить вашему вниманию обзор новинки от компании Sony, Sony Xperia Z1. Данная модель поступила совсем недавно. В описании к этому ролику мы разместим промокод на получение скидки в нашем магазине. Давайте посмотрим, что входит в комплектацию данного аппарата. Сам смартфон. Зарядка с выходом USB. Кабель микро-USB. Руководство по запуску, важная информация. Информация о сертификации, гарантийный талон. Сам смартфон представлен таким необычным дизайном. Здесь идет алюминиевая рамка и стекло с двух сторон. Клавиши одна алюминиевая, а все остальные пластиковые. Дисплей аппарата 5 дюймов. С правой стороны у нас с вами разместились слот для карточки SIM. Здесь маленькая SIM идет. Клавиша включения. Клавиша качель громкости и фотоаппарат. Также паз для шнурочка. С левой стороны у нас идет здесь слот для карты microSD. И также заглушка для микро-USB. Также идет выход магнитный для док-станции. Снизу у нас решетка динамика. Сверху разъем 3,5. Сзади у нас с вами камера 20 мегапикселей, 27. И сама вспышка. Спереди камера 2 мегапикселя. Также здесь есть светодиод. Вот в динамике самом снимке показывает, сигнализирует пропущенные звонки и так далее. Телефончик достаточно не тяжелый. Тонкий, 8,5 мм, несмотря на стекло и алюминий. Ну, как бы он 169 грамм. В принципе, нормально для такого аппарата. Телефон защищен по стандарту IP55-58. Это, находясь в пресной воде, до 30 минут глубиной до 1,5 метра. Кроме, конечно, соленой воды, химических растворов, песка и грязи. Под слабой струей воды его также можно. Главное, чтобы все заглушки были закрыты плотно. И всего здесь раз, два, три. Дисплей здесь очень прекрасного качества, с разрешением 1920 на 1080, Full HD, 5-дюймовый, с специальными технологиями Sony Trilumens. Эта технология пока поддерживает хорошую цветопередачу с хорошими углами обзора. В основе здесь данной технологии также есть оптиконтраст, там удалили слой сенсорный, интегрировали сам сенсор, что позволило увеличить чувствительность и углы обзора по самому дисплею. То есть он меньше, намного меньше бликует на солнце. А также мультитач, здесь 10 касаний. Это очень мощно. Чувствительность действительно здесь очень хорошая. Чувствуется
хорошо. Аккумулятор здесь несъемный, 3000 мАч. Производитель обещает до 14 часов в режиме разговора и 880 часов в ожидании. Как мы видим, здесь у нас стандартный набор программ от Sony, Welkman, альбом, фильмы Sony Select, а также приостановлены программы от Google, Evernote, Facebook, McAfee антивирус, пару-тройку игр, YouTube, диспетчер файлов, камера. Шторки у нас с вами здесь, звук, Bluetooth, Wi-Fi, мобильные данные, выход в настройки, яркость, автоповорот, фирменная технология сбережения энергии стамина, GPS и возможность включения и отключения 4G. 4G здесь поддерживается. Обещают входящее соединение со скоростью до 100 Мбит в секунду, исходящее до 50. Телефончик построен на процессоре Snapdragon 800, четырехъядерный MCM8974, 2,2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, видеопроцессор Adreno 330. То бишь, по сравнению с предыдущим, Adreno 320 на 50% мощнее. Давайте посмотрим память. Памяти здесь встроены 16, как видим, доступно установленными приложениями 10, почти 10 гигабайт. Здесь инновация стоит, прежде всего, конечно же, в камере. Здесь самая мощная камера, на мой взгляд, 27 мегапиксель с хорошей технологии обработки. Тут технологии Sony G-Lens, обеспечивающие превосходное качество снимков, высокая степень светопоглощения. Она оснащена 27-мм широкоугольным объективом с диафрагмой 2.0, позволяющей улавливать большое количество света при слабом освещении. Также обрабатывает все это специальный интеллектуальный процессор изображения Bionz. Он придает фотографиям более реалистичный, скажем так, уровень восприятия цвета. Также поглощает шумы чувствительности SEO 6400, что также позволяет делать снимки при низком качестве освещения. Ну, конечно, здесь я при помощи коробки не сильно передам все возможности камеры, так что камера здесь действительно очень хорошая. Как видите, сразу распознал он документ, то есть здесь очень много функций. Самые, наверное, прикольные из них, вот, можно наилучшая автонастройка вручную, перемещение во времени назад, вперед, во время просмотров, графический эффект. Также здесь много интересных таких моментов, как можно включить настройки графический динозавр, дискотека. Тут он определяет какое-то время, и вот видите, можно сфотографировать на фоне динозавра, их можно двигать. Конечно, это фишка, но очень прикольная. Также есть режим дискотека, лица будут так же, как вот здесь динозавр, разукрашены радуги, цвет радуги будет, волосы будут в необычных прическах. И третий там момент, маскарад, также лица будут все в масках. Прикольная фича от Sony. И когда вы, вот сейчас динозавр у нас есть, да, когда вы снимаете с динозавром, то когда вы рядом находитесь, то динозавр идет к вам. Очень необычно и очень эффектно получается, красиво. Также очень много настроек разных камер, распознавания лиц. И такой настройки камер я давно не видел. Тут здесь очень много разных возможностей. Вернемся к самой фотографии. Как мы видим, четкость здесь идеальная.
Те цифры, несмотря на под углом, все хорошо видно. Камера позволяет снимать с разрешением также Full HD, имеет 8-кратное цифровое увеличение. А также еще один здесь момент тоже позволяет в реальном времени создать конференцию через Facebook. То есть это очень, на мой взгляд, очень интересно, то есть обзор можно сразу передавать друзьям. К сожалению, у меня сейчас нет возможности это вам показать, но будет интересно. Как я говорил, здесь сам телефон один из самых сейчас мощных на данный момент. Поэтому, знаете, ну, сайт он, как видите, мгновенно открыл, то есть даже не задумался ни на секунду. Очень хорошая чувствительность. Моментально все открывает, показывает. Просто безупречно, на мой взгляд. Как видите, обрабатывает анимацию сходу, все открывается, все показывает. Есть зум. Прекрасно работает. Появилась здесь та же вот слева шторка, позволяет сортировать программы по алфавиту, популярности, загрузка. Все также удобно. Смотрим YouTube. Благодаря внизу динамику, я думаю, он будет гораздо громче, чем Z Ultra. И по качеству, так, здесь тоже стоит функция Sony, улучшение звучания. Качество изображения просто прекрасное. Тут, ну, с другой стороны, понятно, разрешение здесь 441 пиксель на дюйм, плюс с уменьшением воздуха между сенсором и стеклом, не удалили все. То есть качество изображения просто прекрасное. То есть на данный момент я лучше не видел. Как вы обратили внимание, отличнейшие углы обзора. Просто великолепно. Громкость достаточно средняя, не сказать, что тихая, но не орущая. Ну, как вы видите, тем не менее, нет каких искажений ни по высоким, ни по низким частотам, что тоже не может не радовать. Также здесь сейчас есть система шумоподавления, и сейчас покажу. Звуковой, вот, Clear Audio, автоматическая комбинация музыки для прослушивания, улучшение звука, эквалайзер, динамический нормализатор выравнивания громкостей разных мелодий в записи, что тоже очень удобно, на мой взгляд. Если нужно, то что часто треки музыкальные и по разной громкости идут, чтобы было хорошо. Чтобы не прыгал звук, не травмировал. Также здесь технология HD Voice устраняет фоновый шум, улучшает передачу голоса. Можно спокойно разговаривать по телефону без необходимости повышать голос. В совокупе с тем, что это еще телефон влагостойкий, это очень, мне кажется, позитивно и хорошо. Из качественных материалов, сам по себе по толщине 8,5, это очень прекрасно для флагмана. Я установил Antutu Benchmark,
Вот, не удержался. Посмотрел. Вот. Устройство сейчас на момент одно из самых мощных. Чтобы проверить, давайте попробуем еще раз провести тест для, скажем так, экстремальности. Попробуем это сделать под водой, чтобы это было посмотреть, как он даже посмотрю, как он в воде проведет. Телефон добротный, из качественных материалов, ничего не хрустит, все хорошо, идеально подогнано. Очень быстрый, прекрасная цветопередача. Также есть там функции передачи изображения на телевизоры и другие при помощи NFC, Wi-Fi, ЭДНЛА. Там много разных возможностей, как с телевизорами Sony, так и с другими, что позволяет проигрывать ваши ролики или какие-нибудь клипы, фильмы, которые есть в телефоне, на телевизорах и других мониторах. Что же, на мой взгляд, это очень интересно и вполне востребовано, скажем так. Сейчас я тест 2D графики. Напомню, что телефончик нормально находился в воде, нужно, чтобы все крышки закрыты были плотно. Это обязательно. Вот идет 3D тест. Аппарата. Я думаю, Unreal 330 представит хорошие результаты для видеоигр. Все на 50% мощнее, чем 320, то это будет прекрасный результат. Ну вот мы с вами видим 34747. Я считаю, что это прекраснейший результат. Самый мощный на данный момент, который я видел. У нас был таблет Z. Он уступает, там 29 было. Прекрасный, один из самых мощных на данный момент смартфонов. С прекрасной камерой. Быстродействием. Давайте посмотрим, как работает тачскрин. Я скачал игрушку Subway Surfer. Игрушка простая, но здесь дело не в графике и не в производительности игрушки, а здесь очень важно позиционирование тач. Здесь неправильно нажать и приведет к неприятным моментам в игре. На маленьких уровнях это не столь сильно заметно. На высоких, когда скорость игры возрастает, здесь очень важна точность позиционирования. Одно неправильное нажатие, и это будет больше доставлять удовольствие, сколько раздражать. Дисплей был нормально работал, то есть я пробовал разные комбинации, отзыв отличный. Следующее, скачал игрушку Real Racing. Эта игрушка славится от компании EA Games хорошими 3D эффектами. Там есть
четкие детализованные машины, пейзажи на заднем фоне, что, конечно, сильно тратит, ну, вот вы сами видите картинку, насколько сильно все это будет тратить ресурсы. Ну, как видите, машина прекрасно выглядит в графике. Как видите, дальность прорисовки очень серьезная, нет квадратичности, никаких подвисаний. Звук, который также прекрасно слышно, то есть удачное расположение динамика в данном аппарате. Ну, как видите, очень неплохо все это работает, быстро, качественно, без тормозов. Ну, с таким, как показал Антон Бичмарк, запасом, еще, я думаю, много игр он спокойно будет держать в самом высоком возможности, как и по технической стилистике, так и по графической. Аппарат очень мне понравился своими техническими возможностями. Камерой с этой передачей, плотностью пикселей. Плюс ко всему, несмотря что это флагман, он защищенный, потому что это очень актуально. На улице у нас дождь, потому что, в принципе, теоретически, если капелька попадет в разъем microUSB, любой телефон может гикнуться, произойти какие-то технические проблемы. То есть для нашего, мне кажется, полосы, это очень актуально. Модель очень необычная, с хорошим дизайном, с хорошей камерой. Кнопка камеры вынесена на панель, ей удобно пользоваться. Камера с множеством разных возможностей и хорошим техническим оснащением. На данный момент, мне кажется, это один из лучших смартфонов. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы и получайте скидки. Всего вам доброго. До свидания.